Доброго вечера, мы из Украины. Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко, и мы продолжаем серию видео флагманов за копейки и БУ смартфонов. Сегодня на обзоре смартфон Sony Xperia 5. Это флагман еще с 2019 года, и он сейчас имеет очень приятный ценник. Но что есть здесь помимо этого, помимо приятной цены, давайте будем рассматривать и разбираться более подробно. Прежде всего хочу сказать, что это будет довольно-таки длинный видеоролик. Здесь будет много разговоров, будет много моих мыслей, впечатлений и опыта использования этого смартфона. Если вы хотите более короткую версию, можете перейти на мой первый канал, и там будет более сжатая, короткая версия по этому смартфону, по его актуальности и в целом краткий обзор. Ну а если хотите более подробно узнать об этом смартфоне, хотите узнать мои мысли, мои впечатления, оставайтесь со мной и смотрите далее этот видеоролик. И, ну, наверное, все-таки также стоит сказать спасибо магазину Pixafon, который предоставил этот смартфон для обзора. Если не забуду, ссылку оставлю в описании под этим видеороликом. У них вы можете купить этот смартфон и множество других, учитывая там и Pixel, и Samsung, и Xiaomi, и Realme, и множество разных смартфонов, привезенных как раз из-за границы. Плюс ко всему, вы здесь можете оценить состояние этого смартфона, оно наближенное к новому. Так что довольно-таки неплохое состояние. Хотя считается БУ. Давайте будем говорить по поводу этого уже смартфона Sony Xperia 5. Что это за смартфон? Я уже сказал, что это флагман. Флагман 2019 года выпуска, то есть на сейчас ему уже порядка 3 лет. И вот как раз за вот эти вот 3 года он значительно упал в цене, и сейчас его уже можно купить. При выходе, при старте он стоил довольно-таки дорого, и, ну, я думаю, мало кто мог его себе позволить, да, и в принципе там были даже конкуренты немножко получше. Далее стоит поговорить по поводу корпусов и материалов. Первое, конечно же, что бросается в глаза, смартфон вытянутый. Его внешний вид, то, что он вытянут по вертикали. Это непривычно, но, знаете, зато хват здесь довольно-таки удобный. Рукой можешь полностью обхватить этот смартфон. И зачастую даже одной рукой можно управляться с этим смартфоном. Да, иногда, конечно же, бывает, когда... Давайте сейчас я разблокирую. Из крайнего нижнего угла дотянуться до крайнего верхнего угла достаточно может быть проблематично. Но основная рабочая зона находится в зоне досягаемости большого пальца. Вот у меня, например, не сильно большая рука, и я в основном могу справляться одной рукой. Но иногда приходится подключать еще и вторую. Далее, так как это флагман, да, ну вот внешний вид у него в действительности это то, чем отличаются, ну, наверное, многие смартфоны от Sony, они зачастую вот такие вот вытянутые по вертикали, соотношение дисплея, сторон дисплея 21:9, для широкоформатных видео, фильмов этот дисплей, этот смартфон будет интересен. Ну и так как это флагманский смартфон, то и материалы корпуса здесь также флагманские. Во-первых, задняя часть это стекло, передняя часть, естественно, это тоже стекло, и центральная рамка это металл. В руках ощущается смартфон, ну, явно, что он ощущается и довольно-таки богато, и очень неплохо собран, хорошо лежит в руке, мне по ощущениям по корпусу нравится. Каких-либо претензий к сборке нет, он не скрипит, не трещит, и это учитывая, что этому смартфону может быть 2 года или даже 3 года. Очень и очень, в принципе, достойно. Несмотря на то, что это БУ, как вы видите, состояние отличное. Также хотелось бы отметить, что здесь есть стандарт защиты IP68. Но, опять-таки, в БУ смартфоне я бы на все 100% не полагался на этот стандарт защиты. Ну и, например, плавать с этим смартфоном я бы не стал, не рисковал бы. А вот переживать по поводу брызг, дождя, я думаю, не стоит. Здесь в любом случае от этого он сможет защитить. Ну и по габаритам. Опять-таки, смартфон, но отчасти можно назвать компактным. В руке, вот посмотрите, небольшая рука, отлично лежит в руке. Как я и сказал, управляться одной рукой зачастую можно, полностью обхватывать смартфон можно за счет того, что он узкий, но длинный. Хват удобный, здесь претензий нет. Края скругленные, в руку не давит, несмотря на то, что кажется более угловатый, строгий дизайн. Но довольно-таки неплохо, удобно лежит в руке.
Но если говорить по поводу габаритов, то, конечно же, будет лучше всего сравнить этот смартфон с каким-либо другим смартфоном. Сравнивать я буду его, например, с тем же Realme GT Neo 2, довольно-таки популярный смартфон конца 2021 года. Он много заслужил очень интересных, хороших отзывов, и много кто его покупал. Но, к примеру, смотрите по габаритам. Во-первых, Sony по высоте меньше. Но мы помним, что смартфон вытянут по вертикали, соответственно, ширина у него вот-вот значительно меньше, нежели Realme GT Neo 2. Посмотрите, ну, меньше он по высоте, меньше по ширине. Если смотреть толщину, то толщина у них минимально отличается, Sony немножко меньше, и, возможно, из-за более скругленных граней он не выглядит таким уж тонким. Но, когда вы берете в руку оба смартфона, то Sony, конечно же, в руке лежит более компактно, я бы сказал, наверное, более удобно. Это не касается работы с дисплеем, это касается ощущений, как оба смартфона лежат в руке. Ну и явно, что по материалам будет выигрышнее, конечно же, Sony, нежели Realme, так как в Realme используется и пластик, и стекло, здесь же металл и стекло. То есть по материалам это довольно-таки хороший и приятный смартфон. Недавно увидел интересный многофункциональный ЧПУ-станок, который предназначен для обработки поролона, пенопласта и пенополистирола. Применяется это в области производства наружной рекламы, таких как вывески модулей домов, можно сделать целый дом, да, реально из пенопласта целый дом. И также для элементов декора. Проще говоря, с помощью ПК или ноутбука вы запускаете процесс вырезания модели. Варианты, виды ограничиваются только вашей фантазией. Удобным свойством этого производства является также мобильность. Станок легко складывается, и его можно транспортировать в легковом автомобиле, благодаря чему вы можете выезжать на объект и работать по месту. Доставка, настройка и поддержка присутствуют. Ссылка на сайт для консультации или заказа в описании. Для моих подписчиков будет действовать скидка по промокоду от Сергея. Порты и разъемы. На нижней грани расположен микрофон Type-C динамик. На правой грани расположена дополнительная кнопка. Это фишка, можно сказать, всех смартфонов Sony. Это дополнительная кнопка, которая выведена специально под нужды камеры. То есть это быстрый запуск камеры и спуск затвора. Работает также с полунажатия, фокусировка, как в профессиональных и полупрофессиональных или там непрофессиональных фотокамерах, что очень-очень, в принципе, хорошо. Далее идет еще одна кнопка. Это кнопка питания, блокировки, разблокировки. Внимание, отделенный в отдельной части боковой грани лежит сканер отпечатка пальцев. Немного выше качелька регулировки громкости. По расположению я скажу так, смотрите, ну, для сканера отпечатка пальцев палец ложится как раз туда, куда нужно, а вот по кнопки питания палец нужно сильно очень изгибать, и это неудобно. Можно было немножко выше, но немножко выше, если сделать, тогда уже качелька регулировки громкости будет сильно высоко. Вот это вот расположение было бы идеально. Плюс этого, что не обязательно, например, разблокировать смартфон, а вы хотите его просто пробудить, то вы можете нажать кнопку питания, но не разблокировать. Посмотреть, какие там уведомления, может еще что-то. Ну а если хотите разблокировать, то вам нужно будет просто прикладывать палец. Вот прикладываете палец, тогда смартфон разблокируется. Причем пробуждать его не обязательно. На верхней грани здесь расположен только один дополнительный микрофон для шумоподавления, и на левой грани расположен сим-лоток. Сим-лоток, кстати, обратите внимание, здесь есть выемка для того, чтобы вы ногтем могли поддеть и достать этот лоток под сим-карты. И вот здесь есть интересный нюанс, то что версия моя, она привезена из Японии, то есть это чистый японец. Помните, я говорил, что магазин привозит из-за границы, именно этот был привезен из-за границы из Японии. Так вот, лоток под сим-карты здесь рассчитан под одну сим-карту и карту памяти microSD. Насколько я знаю, но это не на 100% проверенная информация, но если я не ошибаюсь, то есть еще версия
версия, если она поставляется для других стран, возможно, у нас в стране продаются такие же, там используется комбинированный сим-лоток, в который можно устанавливать либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти microSD. И это в целом круто, потому что сейчас карты памяти у смартфона используются довольно-таки редко, они в основном в бюджетных смартфонах, а учитывая, что это флагман, флагманский смартфон, и у флагманов есть возможность расширить память с помощью карты памяти, это очень-очень круто и практически эксклюзивная возможность этого смартфона. Естественно, также скажу, что на лотке есть резиновая прокладка и стандарт защиты IP68 присутствует. То, что я и говорил ранее. Кстати, я по корпусу, наверное, забыл добавить, что расцветки существуют у этого смартфона черный, белый, и, если я не ошибаюсь, красный и синий. Красный довольно-таки красивый цвет. И стоит обратить внимание на то, что если это будет черный смартфон, то посмотрите, сейчас отпечатки пальцев под определенным углом на белом смартфоне они видны. Они не так заметны, они слабо заметны на белом смартфоне. Если это будет черный смартфон, это будет очень и очень некрасиво смотреться. Так что имейте это в виду, и тогда, возможно, лучше всего использовать какой-либо чехол. Вытирается довольно-таки легко. Проблем никаких, смотрите, смартфон смотрится отлично. Стекло есть стекло, оно всегда смотрится красиво. Дисплей. В смартфоне установлен OLED-дисплей с диагональю 5,5 дюйма с разрешением Full HD+, 1080 на 2520. Плотность пикселей 449 ppi, это очень высокая плотность пикселей. Детализация, четкость, резкость дисплея достаточно-таки высокая. Даже если присматриваться, пикселизации не увидишь. Для такой диагонали дисплея разрешение очень-очень хорошее, высокое. И в действительности дисплей по этому параметру здесь однозначно классный. Если же говорить по соотношению сторон, я рассказывал, что смартфон вытянут, то и дисплей, естественно, также будет вытянут. Соотношение сторон 21 к 9. То есть широкоформатный дисплей будет хорошо подходить для просмотра видеороликов в широком формате, широкоформатных видеороликов, широкоформатных фильмов. Частота дисплея здесь 60 Гц. Да, в 2019 году 120 Гц уже были, но еще не были в таких вот трендах и такие популярные, как в 21-м и в 22-м году. И в целом при 60 Гц смартфон все-таки неплохо себя проявляет, достаточно плавно, работает неплохо в целом. Если же говорить по самому дисплею, по поводу, например, настроек, есть здесь параметры изображения, можно настроить изображение под себя, несколько режимов есть, есть улучшение видеороликов, есть улучшение разного рода по самому дисплею, можно настроить баланс белого, причем я настраивал именно под себя, сделав в таком варианте, можно установить теплый, средний, холодный или специальный, который был настроен именно, настраивали вы под себя. И в целом хочу сказать, что настроить можно дисплей довольно-таки неплохо, потому что мне здесь понравился и белый цвет, здесь вполне адекватный, нормальный белый цвет. В целом цвета сами по себе также нормальные. Здесь также пикселизации незаметно, как я сказал, довольно-таки высокое разрешение для такого плана дисплея, плотность пикселей. И плюс ко всему, при отклонении прямого угла, то, что я сейчас вижу, не знаю, насколько будет видно на камеру, искажений по цветам я не вижу, не замечаю. И яркость при отклонении прямого угла также не теряется, что очень-очень хорошо. То есть этим смартфоном, этим дисплеем пользоваться приятно. В целом, я бы сказал, да, дисплей хороший, четкий, яркий, насыщенный, контрастный, с довольно-таки хорошими углами обзора. То есть, приятный. Давайте сейчас это максимальная яркость на темном фоне и на белом фоне максимальная яркость. Чтобы сказать, что здесь очень высокая яркость, я сказать такого не могу, но и сказать, что ее недостаточно, также я не могу. Есть дисплеи, которые будут AMOLED-ы, OLED-ы поярче, причем это будет заметно, но во всех ситуациях в помещении абсолютно никаких проблем нет. На улице при яркой солнечной погоде также все хорошо, отлично просматривается. Если же будет, яркое солнце и темный фон,
темный дисплей, тогда, конечно же, да, может быть, не сильно комфортно будет просматривать. В целом, по дисплею у меня никаких претензий нет. Ну и хотелось бы, наверное, сказать, если у кого-то есть проблема со зрением, стандартный размер шрифта, я бы сказал, немного мелкий. И в настройках, конечно же, можно увеличить, вы можете увеличить под себя. Вот это вот был вот стандартный по умолчанию, вот такой вот текст. Иногда мне кажется, что он немного мелкий. И можно вот такой вот крупный поставить, немного лучше. Ну, дальше вы сами там под себя настраиваете. Чтобы сказать очень плохо или очень мелко, не могу. Ну, а в целом там дальше смотрите именно, как будет комфортно вам. Ну и на практике, что будет давать такого плана вытянутый 21 к 9 дисплей? По сути, если брать, например, те же самые соцсети, то немного больше будет помещаться информации по вертикали. То есть, ну вот так вот будет выглядеть Инстаграм. Да, вы две фотографии, две картинки или две публикации на одном экране вместить не сможете, но в целом все-таки информации будет немного больше. Ну, к примеру, вот так вот тогда будет выглядеть Твиттер. В Твиттере, конечно же, публикаций будет немного больше. Что еще? YouTube. К примеру, давайте покажу, как будет смотреться YouTube. Давайте видеоролик запускаем. Вот так вот будет выглядеть видеоролик на YouTube. Этот видеоролик мой не оптимизирован под широкоформатные дисплеи. То есть это, ну, наверное, 80% всего контента на YouTube. И вот так вот будет выглядеть. В таком формате, конечно же, смотрится, смотрите, большая часть здесь отрезается, большая часть здесь отрезается, но не совсем. Если растянуть на весь дисплей, смотрится, конечно же, круто, но обрезается довольно-таки большая часть самого видеоролика. Поэтому стоит это также учитывать. Если вот целенаправленно для просмотра фильмов, то будет интересно в широком формате, широкоформатных фильмов. Если же просто для просмотра обычных фильмов, для просмотра вот таких вот видеороликов не оптимизированных, то, ну, может быть не совсем круто, потому что часть информации будет обрезаться. Вот посмотрите, вот где моя голова, а вот так вот уже даже часть головы обрезается. Так что стоит это также учитывать и иметь в виду. Но еще одна особенность узкого дисплея – это набор текста. Точнее, с узким дисплеем набор текста будет немного менее комфортным, чем на более широком дисплее. Почему? Потому что, ну, информации помещается немного меньше, и каждая из букв, каждая из кнопок букв будет немного меньше. Поэтому, если вы часто набираете быстро текст, благодаря Т9, может быть, ошибок и будет меньше, но в целом имейте в виду, что ошибок может стать больше, в особенности, если у вас большие и толстые пальцы. На практике я разницы практически не заметил, но опять-таки, если у вас большие пальцы, если вы часто набираете тексты, ну, как вы видите, благодаря еще Т9, правописанию немного исправляется, можно, в принципе, набирать. Но это также стоит учитывать. Но для многих будет актуальный вопрос по поводу шеми мерцания, так как это все-таки OLED-дисплей, то здесь, естественно, будет шеми мерцания. И 10 минга устранения мерцания у этого смартфона, к сожалению, нет. Но есть здесь свои особенности. Вот сейчас вы можете видеть максимальный уровень яркости. Давайте я буду плавно снижать яркость, и вы будете видеть, когда начнется шеми мерцания, когда он станет заметным. А он становится заметным, ну вот давайте еще чуть-чуть. И если бы фокус никуда не уходил, вот можно будет заметить, что на яркости порядка 50%, может быть, немножко меньше 50%, только начинает проявляться шим. И то он небольшой, на дисплее вы сейчас можете видеть плавные полосы. Если я буду яркость еще снижать, он, конечно же, будет увеличиваться, но не сильно и не колоссально. Не знаю, опять-таки, камера сможет это передать, тяжело сфокусироваться будет. Но вот так вот, я думаю, будет заметно. Это минимальные уровни яркости, там порядка 10%. И также шим даже при таких уровнях яркости не высокий. По информации, которую я нашел в сети, то шим и мерцание здесь минимальны в целом, а при яркости выше 50%,
10% здесь ШИМ в рамках допустимого. В принципе, по своим ощущениям, я скажу, что я пользовался смартфоном на разных уровнях яркости, пользовался этим смартфоном перед сном и практически в полной темноте на низких уровнях яркости. То есть дискомфорта я какого-либо не ощущал. Но опять-таки, это может быть все индивидуально. Кому-то дискомфорт может приносить такого рода дисплея, а кому-то нет. В целом, я бы назвал этот дисплей вполне адекватным, хорошим по множеству параметров. От цветопередачи до ШИМ и обычного использования, повседневного использования. Ну, естественно, OLED, AMOLED-дисплей имеет еще и преимущества, такие как Always On Display. Always On Display здесь также присутствует. Он нормальный, полноценный. Обратите внимание, здесь вы можете видеть время. Причем вот такой вот круг по типу секундной стрелки. Время, день недели, дата, процент заряда. Здесь указывается время зарядки. Также может указываться, если заряжается смартфон. И пропущенные уведомления, что в целом довольно-таки неплохо. Ну и отличительной особенностью этого смартфона стоит отметить наличие индикатора пропущенных уведомлений. Сейчас в целом индикатор пропущенных уведомлений – это большая редкость. А учитывая, что те смартфоны, которые имеют OLED, AMOLED-дисплеи, то у них вовсе индикатор пропущенных уведомлений – это практически всегда отсутствует. Здесь есть и Always On Display, и OLED-дисплей, и индикатор пропущенных уведомлений. Причем цветной индикатор – это удобно, вы можете быстро сориентироваться, пришло какое-то уведомление или что у вас есть на смартфоне. Либо заряжается он, или наоборот не заряжается. Это классно, потому что есть и Always On Display, и индикатор пропущенных уведомлений. Далее вы выбираете, чем пользоваться, чем нет. Ну, если говорить по поводу рамок вокруг дисплея, то смотрите, верхняя рамка, конечно же, немножко толще. Если смотреть на такой вот обоине, на таком вот фоне, рамок минимально заметно. Конечно же, включаем белую тему или белую картинку, видим, что, смотрите, нижний подбородок здесь небольшой, боковые рамки здесь миниатюрные, они реально маленькие. Единственное, конечно же, это верхняя рамка, здесь размещается и динамик, и камера. И я так скажу, что не забываем, что это смартфон 2019 года, и для 2019 года такие вот рамки — это довольно-таки неплохо. Плюс ко всему, здесь нет никаких вырезов, никаких капель отверстий в экране, и, конечно же, никакой челки здесь нет. Поэтому смотрится это довольно все-таки неплохо, и установив какую-нибудь темную картинку, вы вовсе можете забыть о каких-либо рамках или вырезах. Смотрится все довольно-таки неплохо и гармонично. Железо и производительность. Что по поводу железа у старого смартфона может быть? Мы вспоминаем, что это, опять-таки, несмотря на то, что старый смартфон, это флагман. Соответственно, и железо здесь будет флагманское. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 855. Это 8 ядер, 7 нанометров, графический ускоритель Adreno 640, частота дисплея, помню, 60 Гц. И вариант по памяти. 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Смотрите, мой вариант 64 гигабайта памяти. И если вы вдруг будете устанавливать какие-то игры, то лучше всего, конечно же, брать 128 гигабайт постоянной памяти. Например, если вы любите хотя бы когда-нибудь или иногда поиграть в Genshin Impact, которую я уже, кстати, удалил отсюда, но покажу, продемонстрирую, как она работает, потому что места мне было мало. Вот установленные вот эти вот приложения, игры, смотрите, из объемных здесь есть еще Call of Duty и PUBG Mobile, они не так много места занимают. А вот, например, тот же Genshin Impact занимает порядка 16 чем-то гигабайт памяти. Из 64 отнимите на систему, у вас останется около 50, может быть, 55. Отнимите отсюда еще 16-17 гигабайт, у вас остается мало. И если вы установите еще такие вот базовые приложения, там Инстаграмы, Ютубы, Твиттеры, Телеграмы, Телеграм постоянно, помните, кушает памяти довольно-таки немного, если активно пользуетесь, то памяти будет постоянно маловато. Вот когда у меня был установлен Genshin Impact, у меня было постоянно мало памяти. Причем множество фотографий или видеозаписи я не смог
мог сделать из-за того, что, к примеру, у меня постоянно не хватало памяти. И вот такие вот варианты, поэтому с памятью выбирайте, если будете пользоваться, немножко больше. Плюс ко всему, не стоит забывать, что памятный лоток здесь царский, действительно, в которой можно установить и сим-карту, и карту памяти. То есть здесь довольно-таки все неплохо. А вот если говорить по поводу производительности, то, например, в Antutu смартфон набирает 520 тысяч баллов, что даже на 2022 год довольно-таки неплохо. И он будет попроизводительнее, чем какой-нибудь новый на сегодня смартфон среднего сегмента. И однозначно будет значительно производительнее, чем какой-нибудь бюджетный или среднебюджетный смартфон. Если же говорить в работе, как это все, отлично. Во-первых, по меню, по интерфейсу смартфон передвигается довольно-таки шустро, плавно, железо отличное, оптимизация неплохая, 60 Гц, чувствуется, не чувствуется, ну, довольно-таки неплохо все здесь работает. Как же будет работать с приложениями? Давайте выгружаем из памяти все приложения, которые были загружены, смотрим, сейчас ничего нет, и, ну, поочередно, давайте тот же самый Инстаграм. Смотрите, загружается довольно-таки быстро. Кстати, память здесь быстрая, UFS 2.1, но, ну, напомню, что у нас сейчас уже есть UFS 3.1 в относительно недорогих, относительно не флагманских смартфонов, и даже выше. Плавность работы. Ну, смотрите, вот лента Instagram, в принципе, неплохо. Я бы даже сказал, отлично, без рывков и подтормаживаний. Помним, что еще здесь 6 гигабайт оперативной памяти, то большинство приложений должно еще нормально держаться в памяти. Далее, тот же самый YouTube. Скролл ленты, также плавный. Главное, чтобы все успевало подгружаться по сети. Что еще? Twitter. Ну, вот посмотрите, Twitter. Твиттер, конечно же, он практически во всех смартфонах не бывает идеально гладким, но в итоге есть небольшие подтормаживания, подергивания. Но опять-таки еще раз напомню, что Твиттер есть Твиттер. С этим у них даже на самых топ-флагманах бывают такие вот нюансы. Даже те же самые iPhone бывают подтормаживают и подвисают. Далее TikTok. Ну, TikTok. Ну, в принципе, вы видите, что и подгружает быстро. Быстро перелистывается, и как бы здесь с этим проблем нет. Что еще? Play Market. Play Market также загружается быстро. Ну и камера. Камера. Ну вот камера что-то не так быстро. Давайте еще раз пробуем камеру выгрузить и еще раз запустить. Нет, на этот раз быстрее. И в памяти. Давайте посмотрим. Мы активно листали ленту Instagram. Она осталась на месте. Активно листали. Вот YouTube, кстати, перезагрузился. Но с YouTube такое бывает, кстати, часто. Twitter. И нет, Twitter, ну, по крайней мере, остался на том же самом месте. TikTok остался. Play Market остался. Давайте еще раз Instagram посмотрим. Instagram просто лента новостей обновилась. То есть, по сути, все запускается довольно-таки быстро и хорошо. По приложениям у меня как бы претензий нет. Работает замечательно, приятно. Здесь все отлично. Дальше, если говорить вот по поводу игр. Смотрите, по играм все игры, все какие сейчас можно использовать, ну, вот какие вы видите сейчас перед собой, эти Call of Duty, которые я показывал уже, Call of Duty, PUBG Mobile, World of Tanks, Need for Speed, все эти игры работают на высоких максимальных настройках, которые только позволяют выбрать система и сама игра. Работает отлично, как бы проблем нет, все хорошо, процессор и железо в целом позволяет. Если же говорить по поводу Genshin Impact, ну, как всегда, с Genshin Impact отдельная история. Почему? Потому что, ну, это очень-очень тяжелая игра для множества смартфонов, не только для этого. И вот, к примеру, на высоких настройках графики здесь иногда может подтормаживать данный смартфон. Не всегда, не постоянно, а иногда, еще раз скажу, иногда может подтормаживать. Во всем остальном все неплохо. И если вдруг вы переживаете, что вы не сможете
можете так играть, можно просто снизить настройки графики и не устанавливать самые высокие или максимальные, а просто-напросто немножко меньше. Ну и те, кто довольно-таки долго и часто играют, то тротлинг также может быть интересен. Ну, смотрите, 30 минут полной непрерывной нагрузки, и тротлинг составляет всего-навсего 20%. Это немного, и график относительно, посмотрите, относительно ровный, и это хорошо. И если говорить еще по поводу нагрева, да, смартфон нагревается в тяжелых задачах. Да, это очень хорошо ощущается. Почему? Потому что здесь металлическая рамка, металлический есть металл в корпусе, он хорошо отводит тепло, и смартфон, естественно, сам хорошо прогревается. Прогревается он до 42, до 43 градусов, если играть на высокой яркости, и в тот же самый, например, Genshin Impact. А во всем остальном, в обычных стандартных бытовых задачах, ну, иногда смартфон ощущается просто теплым в руке, но однозначно не горячим. Тяжелые нагрузки, ну, например, если вы часто, к примеру, подгружаете с 4G сетей какие-нибудь файлы, очень активно пользуетесь интернетом, загружаете что-то, выгружаете, то смартфон также немного может нагреваться, в руках это будет ощущаться. Больше всего это, конечно же, игры. 42-43 градуса на дисплее, на корпусе, это в руках ощущается. Это не горячий смартфон, но руками уже все это ощущаешь. Программное обеспечение и Android. На сейчас смартфон работает на 10-й версии Android. Изначально он поставлялся, если я не ошибаюсь, на 9-й версии Android, обновили до 10-й версии Android. Но и хочу напомнить, что сейчас в 2022 году уже большинство смартфонов, причем давно, работают на 11-й версии Android. И многие уже начали обновлять до 12-й версии Android. Флагманы уже давно обновили до 12-й версии Android, и многие сейчас обновляют. К примеру, взять старые 3-е пиксели, которые еще старше, чем этот смартфон, обновили до 12-й версии Android, причем уже довольно-таки давно, что очень-очень неплохо, показательно и круто. Но опять-таки, если я не ошибаюсь, нашел ту информацию, которая, надеюсь, соответствует действительности, производитель обещал обновление до 11-й версии Android. Соответственно, если обновят до 11-й версии Android, то запас еще небольшой будет, и это уже хорошо. Значит, пока стоит ждать обновлений. Если же говорить по поводу оболочки, кстати, изначально какие-то исправления приходили, как только я включил смартфон, какие-то обновления были. Если же говорить по поводу оболочки, ну, по сути, я могу сказать, что это практически тот же самый чистый Android, только немного добавлено своих приложений. Своих приложений фирменных от Sony. Помните, я говорил, что это японский, чисто японский смартфон. Привезен он с Японии, и здесь есть вот такие вот приложения. Ладно, здесь... Вот такие вот приложения, которые с японскими иероглифами или японским шрифтом. Соответственно, для вас это может показаться не сильно классно, удобно, но скажу так, некоторые приложения удалить можно, но не все. Во-первых, хочу сказать, что не все эти японские приложения будут как-то вам мешать или отправлять приложения. Это все можно решить легко и просто. Вы... Чтобы вас не напрягали эти приложения, можете собрать их все в одну папку, которые не удаляются. Пробуйте сначала все удалять, которые нужно. Далее собирайте все в одну папку, чтобы они вам не мешали. Далее переходим в приложение уведомления. Переходим показать все приложения и находим приложение, которое вам, ну, не нравится. Давайте попробуем найти. Ну, вот такое вот приложение. Например, вы делаете что? Нажимаете «Остановить», нажимаете «Отключить». И все, и забываете об этом приложении. Оно вас больше не будет беспокоить. Не будет оно беспокоить до той поры, пока вы не сделаете либо полный сброс, либо не перепрошьете этот смартфон. Это хорошо, вы можете так сделать с любым из приложений. И забудете, что какое-либо, вот это вот, смотрите, например, вовсе можно удалить, что вас какое-то из приложений как-то беспокоит, и ничего с этим нет. То есть, таким вот образом я отключал те приложения, которые присылали мне уведомления, об остальных я просто-напросто забыл. Для того, чтобы, например, они вдруг не висели у вас где-то в оперативной памяти, лучше всего, например, их вот так вот остановить и все, и забыть за эти приложения. По крайней мере, чисто на моей практике, если как я так сделал, никакие уведомления мне лишние не присылались, и я об этих приложениях забыл. Единственное, что вот сейчас, чтобы это было видно, я их специально даже не собирал в отдельную папку, чтобы можно было заметить, что их здесь, ну,
причем так немало. Здесь есть фирменные соневские приложения, которые ориентированы на глобальный рынок, которые ориентированы на японский рынок. Звонилка здесь используется от Google, сообщение здесь также используется от Google, ну и, естественно, не знаю, у нас в нашем регионе записи разговоров не будет, но, опять-таки, все зависит от того региона, в котором вы будете пользоваться этим смартфоном. Если говорить по поводу сети, то смартфон поддерживает 3G, 4G LTE частоты. С нашими операторами работает отлично, проблем никаких не было. Wi-Fi здесь двухдиапазонный, поддерживается частота как 2,4, так и 5 ГГц. Bluetooth здесь версии 5.0. GPS, GLONASS, Baidu здесь есть и работают довольно-таки неплохо. Точность показывают от 3 до 4 метров, в принципе, также считаю неплохим вариантом. Ну и, естественно, NFC здесь есть и присутствует. Соответственно, Google Pay, GPay здесь есть и будет работать, что довольно-таки неплохо. Бесконтактные платежи есть и работают. Камера. Это одна из основных фишек этого смартфона. Sony всегда делали хорошие модули камер и оптику. Ну, может быть, вы знаете, слышали. Чаще всего модули камер устанавливаются и во множество других смартфонов от Sony. А только потом уже других брендов. Sony считается лидером по этому параметру. Ну и в сфере самих фото и видеокамер они также занимают лидирующие позиции. Множество фильмов снимается на камеры Sony. Множество ребят, которые занимаются видеосъемками, используют камеры от Sony. И да, они по этим параметрам в действительности также хороши. Но также не стоит забывать, что смартфон старый, и что стало с ним уже спустя 3 года, также интересно. Что по камерам у этого смартфона? Здесь установлено 3 модуля камеры, все 3 по 12 мегапикселей. Основной модуль на 12 мегапикселей, широкоугольный модуль на 12 мегапикселей и телефото, то есть двукратный оптический зум, также установлен на 12 мегапикселей. В камерах есть оптический стаб, причем указывается, что оптический стаб есть у основного модуля камеры и у зум, оптического зума также есть оптический стабилизатор. Некоторые примеры фотографий я сейчас добавлю на экран, вы сами сможете оценить. И в итоге я бы сказал, что даже на сегодня, на 2022 год, мы получаем хорошие, резкие, насыщенные фото, которые понравятся все-таки большинству. И вот, к сожалению, много примеров я привести не смогу, особенно в вечернее время и в ночное время, так как у нас сейчас идет война, есть комендантский час, и просто так бродить по улицам запрещено и небезопасно. Если запустить саму камеру, вы увидите вот такой вот интерфейс. Не самый... Немного долго запускалась камера, кстати. Как вы видите, уже второй раз такой вот. Но она запустилась, во всяком случае. Не самый удобный, кстати, интерфейс камеры. Почему? Потому что, ну, вот есть 1x зум, но если еще раз нажать, тогда я переключусь в широкоугольный модуль камеры. Но так, чтобы сразу переключиться на широкоугольный модуль камеры, к сожалению, нет. Ну, не знаю, кто как. Я чаще использую основной модуль камеры, потом широкоугольный, а только потом уже зум. Кто как использует, ну, мне не сильно удобно, не сильно комфортно. Дальше. Переключение, например, на фронтальную камеру можно сделать быстрый вот такой вот свайп, и камера переключается. Это, в принципе, удобно, чтобы не тянуться до самого крайнего места этого дисплея. Дальше. По режимам. Смотрите, здесь все возможные режимы. Ну, есть портретная съемка, есть ручной, есть AR-эффект. Ну, это просто поиграться, художественная съемка, то есть применение некоторых эффектов, что также я, наверное, бы сказал, просто поиграться на первое время, чтобы увидеть, что к чему и как. Единственное, что может быть интересным и понравится, то вот эта вот цветокоррекция по балансу белого и цветокоррекция быстрая. Причем, смотрите, вот теплые, холодные оттенки и по экспозиции, вот светлее и темнее. То есть вы можете так настроить и делать некоторые снимки. Например, вам нужны темнее снимки, чтобы они были потеплее. И вот так вот вы можете фотографировать. Причем это удобно, не нужно потом заморачиваться с этим. И да, вот такой вот здесь есть. Опять-таки, это те же самые режимы, которые я вам показывал. HDR здесь присутствует, искусственный интеллект присутствует. Вот указывается, что можно включить
добавить подсветку и прочие варианты. Здесь же основные настройки по камере. Единственное, что, знаете, мне хотелось бы здесь еще увидеть наличие сжатого режима для фотографий, чтобы можно было фотографии не в JPEG делать, а в HAVE. Но вспоминаем, что в Android-смартфонах это начало появляться немножко позже, не так активно это продвигалось. Это больше было тогда в айфонах, на Android-смартфонах было немножко позже. Ну, вот так вот это все основные настройки. А если говорить по поводу видеозаписи, то смартфон может записывать видео Full HD 30 и 60 кадров в секунду, и 4K 30 кадров в секунду. Вот смотрите, все возможные разрешения. Но когда вы включаете, например, Full HD 60 кадров в секунду, может отключаться разного рода функции. Лучше, конечно же, использовать, например, Full HD 30 кадров или 4K 30 кадров в секунду. Некоторые возможности, вот как распознавание улыбки, слежение за объектом, HDR, будут работать только при таких вот разрешениях. Формат здесь уже есть, возможность выбрать более сжатый H265. И, в принципе, из интересного я бы, наверное, сказал все. Ну, хочу напомнить, что вот эта вот кнопка здесь работает как отдельная. И по поводу записи видеороликов также хотелось бы отметить, что стабилизация здесь есть и оптическая, и программная, и совместно она работает только в Full HD 30 кадров в секунду лучше всего. Немного хуже в 4K 30 кадров в секунду, а если вы будете переключаться в 60 кадров в секунду, у вас будет Full HD 60 кадров в секунду, только оптическая стабилизация. И она, честно говоря, ну, далеко не лучшая. Так что лучше используйте Full HD 30 кадров в секунду или 4K 30 кадров в секунду для более стабильного видео. Ну и переключаться во время записи видеоролика между камерами возможности нет. Есть возможность включить 2x зум, но и то это будет цифровой зум, не оптический, к сожалению. Это все, что касается по видеозаписи. И также с смартфоном есть вот отдельное приложение Cinema Pro. Опять-таки, я упоминал, что смартфоны Sony, в принципе, хороши по части фотографии, видео. И камеры Sony об этом также могут вам сказать. И, точнее, вы можете об этом знать. И вот приложение для более детальной настройки, ручной настройки смартфона для того, чтобы снимать какие-нибудь видеоролики. Более профессионально вы можете настроить. Можете выдержку, можете ISO настроить, фокус можете настроить, выбрать разрешение. И в целом даже можете видеть звук, вот шкала по звуку. И все это снимать и работать. То есть, если вы как-то хотите более профессионально заниматься видео и именно на смартфоне, то, возможно, Sony будет интересным вариантом. Пример записи видео на смартфон Sony Xperia 5. Это Full HD 60 кадров в секунду и основной модуль камеры. Оценивайте, как работает камера, настолько хорошо записывает видео, как работает стабилизация, ну а также качество записи звука. На улице сейчас довольно-таки сильный ветер. При записи видео есть возможность переключиться в двукратный зум. На широкоугольный модуль, к сожалению, не переключается. 2x, 1x. Пример записи видео на смартфон Sony Xperia 5. 4K, 30 кадров в секунду. Оценивайте, как работает стабилизация, как работает запись звука и в целом качество видео. Ну, единственное, что, я думаю, обзор будет выходить все равно в Full HD. Так что в полной мере оценить 4K не получится. Ну и то, что хотелось бы сказать, переключаться можно на 2x, но это цифровой зум. На оптический зум возможности переключиться нет, только цифра. И на широкий угол также возможности переключаться во время записи нет. Пример записи видео на смартфон Sony Xperia 5 Full HD 30 кадров в секунду. Оценивайте качество записи видео, качество стабилизации, а также качество записи звука. Хочу напомнить, что рядом проходит довольно-таки оживленная и шумная дорога. Ну и плюс ко всему есть небольшой ветер. Пример записи видео Full HD 30 кадров в секунду, основной модуль камеры Sony Xperia 5. Далее, также стоит, наверное, сказать по поводу
селфи-камеры, помним, что переключение вот так вот, быстрое переключение. Разрешение здесь 8 мегапикселей селфи-камеры. Сказать, что она какая-то супер-классная, не могу, но и неплохая однозначно. Камера довольно-таки неплохая, есть здесь и портретный режим, и HDR, все это работает. А если говорить по поводу записи видео, то смартфон может записывать видео в Full HD 30 кадров в секунду. Но правда уже будет стабилизация, что в принципе очень-очень неплохо. Пример записи видео на фронтальную камеру Sony Xperia 5. Это Full HD, 30 кадров в секунду, зато работает стабилизация. Ну и вот это вот максимально широкий угол, максимально вытянутая рука. Оценивайте качество записи видео на этот смартфон. Звук. Что можно сказать по поводу звука у этого смартфона? Ну, во-первых, что здесь установлено два динамика. Один вот на нижней грани имеет такой вот он вид, немного странный. Возможно, такой вид динамика из-за того, что здесь есть пылевлагозащита. Возможно, именно так. Второй динамик расположен здесь, где разговорный динамик. Сейчас я для примера запущу аудиодорожку и максимальную громкость. А вы сами, максимальная громкость, возможно, сможете хотя бы как-нибудь оценить качество звука. Микрофон камеры располагаю на расстоянии 20-25 сантиметров от смартфона. Я прекрасно, конечно же, понимаю, что микрофон камеры не сможет в полной мере передать звук этого смартфона. Не знаю, настолько вам это было хорошо слышно, но чисто по моим впечатлениям, звук, да, здесь довольно-таки громкий и достаточно объемный, но далеко не лучший. Я бы сказал даже, что смартфоны сейчас среднего сегмента могут обеспечить звук лучше, поприятнее, нежели этот смартфон. Здесь преимущественно высокие частоты, мало низких частот. И, ну, хотелось бы звук немного лучше от этого смартфона услышать. В целом, если вы будете просматривать видеоролики с речью, с разговорами, с текстом, будет все довольно-таки неплохо. А вот если это будут какие-то фильмы, экшн-сцены, музыка, то, конечно же, хотелось бы немного чего-то получше. Плюс ко всему, здесь есть интересная функция. Не знаю, сейчас она здесь отключена, выключена. Есть виброотклик. Виброотклик, кстати, здесь довольно-таки хороший. Очень сильная вибра. Вибра, здесь линейный вибромотор установлен. Очень-очень-таки неплохой. И достаточно сильный. Его не услышать очень тяжело. Я его слышу просто, когда он на столе лежит и идет вызов или приходит какое-то уведомление. Просто от вибрации я его очень хорошо слышу. Вибрация здесь очень сильная. Так вот, есть такая фишка — вибрация в такт музыки. Вот как раз когда должен быть бас, здесь используется вибра. Возможно, вот как раз этим они пытались как-то скомпенсировать. И такие вот нюансы все-таки есть. Я не скажу, что звук здесь очень плохой, но я скажу, что у флагмана может быть звуки получше. В особенности, учитывая, сколько он на старте продаж стоил, то хотелось бы явно чего-то получше. Также стоит еще отметить, что 3,5 мм джека все-таки здесь нет. Проводные наушники вы подключить не сможете, ну разве что через адаптер. Ну не знаю, я не пробовал, у меня сейчас такого адаптера даже в наличии нет, Type-C. И придется пользоваться беспроводными наушниками. Кстати, здесь Dolby Atmos присутствует, и звук в наушниках, беспроводных наушниках, довольно-таки неплохой. Автономность. В смартфоне установлена батарея емкостью 3140 мАч, и даже на момент выхода этого смартфона это небольшая емкость. На сегодня смартфон не сильно старый, батарея не успела сильно износиться, но все равно автономность далеко не лучшая. Вы сейчас можете, вот перед обзором я зарядил на 95% смартфон, 1 час 13 минут он проработал, как вы видите, прошло немножко больше, где-то 1,5 часа, да, 76% заряда. То есть в час уходит порядка 25%. Соответственно, какие можно сделать выводы? Это будет порядка 4 часов работы дисплея.
Что я вам сейчас и показываю при реальном использовании. Пожалуйста, смартфон разряжен до 3%, заряжался он 14 часов назад и проработал дисплей 4 часа 29 минут. Соответственно, какие можно сделать выводы? Что этого смартфона, ну, с трудом должно хватать на рабочий день. С утра и до вечера он с трудом должен доживать. Но не больше, не больше. Это в лучшем случае, как вы видите, разряжен смартфон до 3%. Но в итоге, если это будет процентов 15 до 20, около 4 часов работы дисплея здесь будет. Это если не будет у вас тяжелых игр и за использование, долгого использования камеры. И при таких условиях там соцсети, мессенджеры, просмотр видеоролика, прослушивание музыки, звонки, вот в таком вот режиме смартфон будет работать вполне нормально и адекватно. Но если вы будете использовать не сильно активно этот смартфон, то сутки он сможет прожить. К примеру, вот смотрите, 27 часов назад смартфон заряжался, но при этом дисплей проработал уже 3 часа. Не 4 часа, не 4,5 часа, а 3 часа. Осталось 13%. Ну, это то пограничное значение, при котором уже лучше всего устанавливать смартфон на зарядку. Вот как-то так. Здесь бы хотелось сказать, что изначально смартфон не мог похвастаться хорошей автономностью, ну и на сегодня здесь также не лучшая автономность, учитывая, что батарея еще немного просела. Ну и так как это флагманский смартфон и достаточно известный бренд, батарею заменить здесь можно будет, но не забывайте, что при замене батареи пылевлагозащита, я думаю, все-таки уйдет на все 100%. Но в лучшем случае останется, все зависит, конечно, от того, кто будет замену батареи делать, в лучшем случае останется защита от брызг и максимум дождя, естественно. Ну и вот если вы вдруг работаете в офисе, то это, в принципе, не страшно, так как вы просто-напросто установили на зарядку смартфон, у вас зарядка всегда под рукой, розетки всегда под рукой, проблем здесь никаких нет. Кстати, здесь поддерживается еще и быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Смартфон полностью заряжается за 1 час. Час 20 минут примерно, плюс-минус 5-10 минут. И если вы работаете в удалении от розетки и смартфоном пользуетесь достаточно активно, то лучше всего берите с собой Powerbank. Напомню, что емкость батареи здесь 3000, да, 3140 мАч, поэтому 10-тысячного Powerbank'а будет более чем достаточно, чтобы хотя бы несколько раз подзарядить этот смартфон, а может быть даже немного и больше. Благодаря невысокой емкости Powerbank можно брать с небольшой емкостью батареи, чтобы подзаряжать этот смартфон. И, к сожалению, беспроводной зарядки нет. А в принципе хотелось бы, я даже не понимаю, почему смартфон, можно сказать, флагманский, флагманс и без беспроводной зарядки. К сожалению, да. И также пару слов по поводу безопасности и сканера отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев, ну, находится на боковой правой грани. Я бы хотел сказать, что в кнопке питания, но это не так. Кнопки здесь абсолютно разные, я это уже рассказывал, показывал. Вот кнопка питания, работает просто как пробуждение смартфона. А вот это вот сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев достаточно просто прикладывать палец, кнопку питания не обязательно нажимать. Вы прикладываете палец и все забываете. Вот смартфон, например, давайте посмотрим. Прикладываем палец. Нет, не прикладываем, еще раз. Прикладываем палец. Все, вот хорошо. Еще раз прикладываем палец. Рано. Прикладываем палец. Хорошо. Еще раз прикладываем палец. Хорошо. Главное подождать, чтобы заставка Always on Display включилась. Прикладываем палец. Хорошо. В целом сканер отпечатка пальцев работает хорошо и достаточно быстро. Давайте вот еще раз. Контрольный я сделаю так, как вот удобно, чтобы держу в руке, прикладываю палец и вот смартфон разблокирован. То есть проблем с этим нет, но вот изгибать палец к кнопке питания, конечно же, неудобно, а прикладывать к сканеру отпечатка пальцев удобно. И, к сожалению, хочу отметить, что это и все варианты разблокировки. То есть нет, пин-код, графический ключ, это, конечно же, можно включить, а вот разблокировка по лицу, к сожалению, нет. И это также минус, я не понимаю, почему. Дайте возможность выбрать самому пользователю, как он будет разблокировать смартфон. Предупредите, что, возможно, это небезопасно, возможно, это не сильно точно, там могут быть какие-то погрешности или еще что-то, но дайте выбор
пользователю, как ему работать и пользоваться смартфоном, а не говорите то, как ему нужно пользоваться. Ну и вот, наконец, мы подошли к цене. И цена на сейчас составляет от $220. Если посмотреть по магазинам, что сейчас можно купить в магазине и снова за эти деньги. И вы просто удивитесь, что сейчас за эти деньги можно купить Samsung M12, Redmi 10 или в лучшем случае, может быть даже в идеальном случае, Redmi Note 11. Это все смартфоны бюджетные, которые будут значительно хуже по всем параметрам. Ну, единственное, что по батарее, конечно же, там емкость будет и побольше, и по автономности будет получше. По всем остальным параметрам, ну, там однозначно вне конкуренции. Есть разница, когда это бюджетный смартфон, и когда это флагман, и пускай даже прошлых лет, пускай даже не новые, там, трехгодичной давности, все равно это будет флагман, если у него нормальное состояние, а у этого смартфона, к примеру, нормальное состояние, хорошее состояние, то он будет однозначно лучше. Ну и по выводам. Что хочется сказать по выводам? А то, что смартфон интересный, особенный и, конечно же, немного странный. И вот из-за высокой цены на старте продаж его покупать просто нереально. Да, и есть даже альтернативы значительно лучше, чем этот смартфон. А вот спустя несколько лет, как БУ, его уже можно купить по приятной цене. Как показывает опыт использования, даже на сегодня этот смартфон хорошо себя проявляет. Единственный минус за эти деньги я бы назвал невысокую автономность. И, не знаю, возможно, будут вопросы, актуален ли смартфон, пускай даже флагман 2019 года, в 2022 году. Да, актуален. Это флагман прошлых лет, который, еще раз скажу, будет в разы лучше, чем то, что сейчас можно купить из нового в магазинах. И да, там будет только лучшая автономность. По всем остальным параметрам этот смартфон будет вне конкуренции. Лучше, причем в разы лучше. Железо флагманское, камера отличная, материалы корпуса флагманские, в руках держать приятно. В целом, если вам не нужна максимальная автономность, то этот смартфон очень-очень интересен к покупке и к приобретению. Есть свои плюсы, есть свои минусы, есть свои нюансы, о которых я рассказал вам в этом видеоролике. Все, что я хотел, я рассказал, я показал вам. И, возможно, у вас останутся какие-либо вопросы, пишите в комментарии, по возможности буду отвечать на ваши вопросы. Впереди, конечно же, еще много интересных смартфонов. Тематику я надеюсь, все-таки буду продолжать, планирую, точнее, продолжать ПУ-смартфоны, флагманы за копейки, что сейчас выгодно покупать, что интересно, потому что, ну, из-за войны и в целом из-за общего кризиса очень сильно цены поднялись на, да на все, цены поднялись и на те же самые смартфоны, и вот покупать есть разница, да, купить Samsung M12 и купить, например, вот этот вот Sony Xperia 5. Посмотрите на характеристики первого и второго смартфона, и вы поймете, что там реально кроме автономности смотреть даже не на что. А здесь, в крайнем случае, заряжать придется либо от пауэрбанка в дороге где-то, если вы часто, возможно, придется. Может быть, и вам будет достаточно 4 часов автономности. Или же придется заряжать от розетки, или сменить батарею. Хотя, вы смените батарею, может быть, добавится еще один час по автономности, так как она здесь не сильно емкая. 3140 мАч, это не так уж и много, даже на 22 год. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Ссылки на магазин, в котором я покупал, ссылки на вот этот вот смартфон я оставлю в описании под этим видеороликом. Можете зайти, посмотреть, поинтересоваться, если вам этот смартфон был интересен и понравился. Всем, кому этот видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой первый и второй канал в YouTube. Там очень много интересных видеороликов, много интересной и полезной информации. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там
Также, помимо этих видеороликов, которые я выкладываю, также есть множество интересной информации, мои размышления, мои, то, что я говорю до обзора, то, что я, может быть, спрашиваю у вас, что вам лучше увидеть, что вы хотите знать, какие есть вопросы. Добавляю туда разного плана новости, причем интересные, не рядовые новости, а вот интересные, то, что сам вижу, то, что сам знаю, и то, что сам могу, например, по каким-то смартфонам свои мысли и все это показать, продемонстрировать. В общем, должно быть интересно для многих. Ну и плюс ко всему, в Telegram-канале есть чат взаимопомощи, где, во-первых, люди общаются друг с другом, во-вторых, помогают друг другу решать те или иные вопросы или проблемы. Так что это также может быть интересно и полезно для вас. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими, ведь, я думаю, все хотят пользоваться хорошими смартфонами, все хотят пользоваться вот такими вот смартфонами, флагманскими смартфонами, которые стоят по цене бюджетных ультра бюджетных смартфонов. На сейчас, еще раз повторюсь, это достаточно актуальная тема. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.